А вот в самой комнате без люстры не обойтись. Поскольку комната небольшая, с невысоким потолком, я не хотела лишний раз перегружать его. И несмотря на то, что люстра довольно-таки объемная, ее форма напоминает облако. Благодаря этому она смотрится очень воздушно. В зоне спальни у нас появятся вот такие небольшие светильники. С одной стороны, они стилистически перекликаются с нашим домашним облаком. С другой стороны, в основе их дизайна лежит круг, который стал отправной точкой в моем проекте. Свет в спальной не должен быть ярким или резким. Подвесные лампы с матовыми плафонами создадут рассеянное световое облако, приятное для глаз. Степень освещенности можно регулировать, уменьшая или увеличивая длину шнура.